привет, с вами Елена, канал «Замуж за Чеха». У нас сегодня снова веселая компания. Янечку вы уже знаете. Сегодня мы вас познакомим еще с Кайком, который не захотел сегодня с нами сниматься в первом видео. Ну что ж, дорогие мои, сегодня мы вас хотим пригласить в интересное место, точнее, на интересное мероприятие, которое является традиционной вещью не только в Чехии, но и в Словакии. Это называется «Поуть». То есть это такие, как, я не знаю, ну не ярмарки, можно сказать, как ярмарки можно и разные сказать, аттракционы для детей. Наверное, больше для детей все-таки. Да, которые ездят как по городам, так и по различным деревушкам. Это так, так. Да? Называется «Поуть», а сейчас мы находимся, который называется «Лужец». «Лужец» над Лутавол. Так что, дорогие мои, сегодня мы сюда приехали еще и с одной целью, потому что Миланчик у нас сегодня выступает на этой «Поуте», потому что, как правило, на этих «Поутях» еще проходит и культурная программа. Не только вот такие, сейчас мы вам покажем разные аттракционы, вкусняшки, разные, я не знаю, игрушки продают, но и, конечно же, идет обычно культурная программа, ну и всякие вкусняшки в плане питья и еды обязательно. Так что мы хотим вам показать такую нетуристическую Чехию, именно так, как живут, развлекаются сами чехи, потому что туристов здесь вы не найдете. Это обычная жизнь обычных чехов. Ну что ж, погнали. Я думаю, что вы уже слышите, как кричат детишки и как здесь у нас весело. Ну что ж, погнали. Tak co, hezky? Super, vzpomínám, jak jsem byla dítě. Jak v dětství. Reálně velmi vkusné. Mnoho lidí pro štěstí je nutné, pro radost, особенно взрослым. Ой, Кайк уже слопал. Все, готово. Вата, вата улетела. Такой ветер, страшный ветер. Но нам это... Детишки развлекаются. Даже немножко начал капать дождичек, но все равно... Здорово, настроение, хорошее настроение, супер! Так, давайте посмотрим, что здесь еще у нас. О, кстати, обожаю попкорн сладкий, это вкуснятина. Вот на это, да, это у меня слабости такие вещи. Так что сейчас мы с вами подкупим такой большой пакетик. Добрый. Добрый. Последнее приготовление. Кайк хотел с нами, хотя бы с мамой или со мной, но я сказала, ребятки, мне нужно сделать паузу после этого первого аттракциона. Так что Кайк вот здесь и вот еще здесь детишки тоже с папой. Ну что ж, готовность номер один. Едем! Так, люди ездят на великах, настроение вообще замечательно, нам даже выглянуло солнышко, ну а Кайк развлекается. Пока полет в порядке, все хорошо, справляемся, вестибулярный аппарат пока справляется. Так, а теперь в другую сторону. Пока улыбаемся. Или уже нет? Уже не улыбаемся? Нет, улыбаемся, все хорошо. Кинедрил работает пока успешно. No, tak jsme to přežili. Všechno je v pohodě. Dokonce i si to líbilo a dokonce chce ještě jedno. Jani smíjala si, говорит, вот, для меня, как раз вот этот вот коник, это самое подходящее. Tak, ну вот палаточка. Чисто с пряниками. Давайте, а, и жилки мы называем червячки. Добрый день. Давайте посмотрим прянички. И здесь у нас есть на любой размер, на любой вкус. С семенами, с пожеланиями. Ну и вот такие сладости разные, как мы их называем, червячки, сладенькие, так что, а вот эти для детишек даже вот такие есть, как машинки, прянички, паровозики, коники, хочет кислый, кислого червячка. Развлечение для детей, родители только кошелек вытаскиваем. Огромное сердце, зласки. Вот здесь сейчас очередная
часть программы культурной. Люди уже потихонечку подтягиваются. Так, программа, что у нас? Мажоретки были, теперь будет матерская школка. А как будет наш Карлгуд Кавермен, наш Миланчик? Будет аж до вечера? До вечера. До вечера. А потом будет забава от 8 часов, будет еще в культурном доме продолжение. Так что аж до, можно сказать, до ночи. Ходят мажоретки. Вот именно так обычно это все происходит. Как маленькие кнопочки, так и уже взрослые, доспелые, но и готовятся к выступлению. Угу, реклама. Окей. Пикуем эти крадики. Так, что у нас здесь еще за добрутка? Тортельник. Оу! С чем? Корица? С курицей. С курицей? Да. Но! Ху-ху! Добро хуть! Так, пошел второй. Очень хочется, потому что очень вкусно нам понравился. И еще один. Сейчас мы с Янечкой. Так. Супер. Добрый день. 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 Миланчик, где? Деме, деме, деме. Я бежим, я. Наш Миланчик начинает. Бежим, шуп, 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 пик, пик, пик. Дамы и пане, příjemné доброе odpoledne tady в Лужці над Вотовою. Это скверно, что мы все тут всички вечер сеткали. Příjemné odpoledne. Пані, о пані, вим, як се руши жал. Я тебе руши, ем клиди карнивал. Я не си панам, я банджу мам хал. Я не си панам, ем клиди карнивал. Тортельники, хорошая погода и песни в исполнении Миланчика. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь есть интересненького. Значит, вот здесь, типа, наверное, как вьетнамцы, смаженные нудлы с курицей маслом. Для любителей можно и эту вещь здесь попробовать. Так, и завитки, верно, завитки. Вам это даже могут вот так запаковать и взять с собой. Так, ну здесь наши тортельники, которые мы уже с Янечкой отведали. Так, здесь такой коутек для детей. Малованина обличей. Или на каминке, так что вот дети здесь развлекаются. Чтобы не перничку, вот вы видите, так что здесь детишки тоже развлекаются. Так, здесь у нас что, вина продают, вина, мед, мужчина там спит уже, разные игрушки. Что я, йо, каменьки, йо, разрисованные камни. Сладкая вата. Но она уже упакована за 50 крон. Вот такое ведерочко разных цветов. Но мы с Янечкой уже нашли местечко, где это можно прямо вот, вам делают эту вату. Ну, разные
марципановые вот такие зверятка или фрукты, и, естественно, прянички. Ну и вот для развлечения вот такие сладкие конфетки. Так, вот еще тоже море пряников всяких, халвы, турецкого меда, конфеток, это что такое? А, тоже конфетки в сахаре. Так, прям сразу же здесь местный костел, это еще игрушечки, разные такие собачки, потом вот игра очень популярная у мальчишек, как и каек тоже, это Майнкрафт, такие разные герои этой игры, всякие Микки Маусы, плюшевые игрушки. Так, здесь что, здесь можно пострелять, да? А, нет, или... Да, можно вот тоже выиграть разную плюшевую игрушечку. И добрый день, можно наточить ее? Ахой! Гриба Хелму! Видите, даже такие герои приезжают сюда на путь. Так, с собаками, с детьми, разные вот еще пряники. Так, здесь, естественно, можно пиво, разные напитки, вот даже вот такой гигантский попкорн можно. Так, для самых маленьких можно развлечься вот в таком вагончике с мячиками, разные так называемые пролезачки, мячики, так что вот карапузики здесь развлекаются. Так, ну вот Акайка решил, что хочет еще разочек покататься вот на этой штуковине. Я смотрю, здесь уже народу побольше стало. Сейчас на часах уже 2 часа, так что вот уже людей прибавилось. Так, Яночка, наверное, шла покупать билетик, да? И сейчас Кайк пойдет еще разочек. Да, этот аттракцион. Народу больше. С Кайком тоже уже прокатились вот на этих... я уж не знаю, как это назвать, этот аттракцион. Так, это брейк-дэнсы. Здесь уже, да, народу много, потому что мы с Кайком были сами одни. Ну, вот здесь для самых маленьких есть такие машинки, вертолетики, самолетики. Я ем! Кто хочет померить силу своего удара, так есть вот такое развлечение. Здесь у нас есть тир, наверное, да, судя по всему. Ну, а потом вот либо для самых маленьких вот такой, так называемый по-чешски, колоточ для мини-пиги, кнопочек. Ну, а вот там это уже для уже более взрослых, для, да, взрослых. Ну, а как я сказала, вот здесь уже совсем кнопочки вот садятся. Ну, а сейчас мы идем снова к Миланчику, потому что я думаю, что... Да, концерт еще не закончился, пока Миланчик пел, мы с Янечкой еще здесь пробежались, он уже стоит сейчас с белой гитарой. Beatles, я вам сейчас переворачу камеру. И еще несколько песенок в исполнении Миланчика сегодня прозвучит, и пусть меня заблокирует YouTube. Погнали! Добыли. Ну так укаж. No, nádhera. Já většinou na ta vystoupení si připravuji. Já půjdu sám, přísám. Už já ten znám, ty to víš, tím se zpívá tak dál. Jdu sám, jediná cesta zpívá je zádná, lákavá. Půjdu tam s tebou jen sám. Ну
si spát a s nima budec nám nespát. Ano, až do... No vítr byl, no. Někam. Byl vítr, no. Těžko se zpívalo, veď? To bylo hrozný v tom větru. Naprováno. Tak co, už seš hotové, jdeme se převlíkat. Já se jdu převlíkat. Ano. Chceš pomoct? Pojď. No što ž, dragi mají, вот так мы сегодня, в общем-то, хорошо провели сегодняшний день. Сегодня выходной, погода нам потом вышла все-таки замечательно. Но, как вы видите, на заднем плане продолжается концерт, потому что, как я вам сказала, концерт аж, по-моему, да, до 8 часов будет на улице, а потом 8 продолжается в культурном доме. Так что программа еще богатая, ну а нам надо ехать дальше. Так что всех любим, обнимаем, целуем. До встречи в новых видео, влогах. Папа!